Уборка мусора, запись в детский сад, ремонт дорог. Все проблемы жителей скоро можно будет решить в одном месте. В Химках начнет свою работу муниципальный центр управления регионом, сокращенно МЦУР. Цель его создания – собрать вместе специалистов, которые быстро и качественно отработают все обращения химчан по каждому микрорайону. Сюда поступают сейчас все обращения на мою электронную почту, обращения, которые приходят в администрацию, все, что заходит, заносится по средствам системы документооборота электронного. Мы все видим здесь абсолютно в этом центре. Глава округа Дмитрий Волошин оценил подготовку специалистов, ремонт помещений и состояние техники. За обработку обращений жителей будет отвечать штат из 15 человек. Сейчас здесь собрали сотрудников по самым разным направлениям – ЖКХ, образование, медицина, транспорт. Каждая проблема на виду. У нас есть проблемы по ЖК-солнечной системе. Нас жители просят построить переход железнодорожный. По нему есть обращение, мы об этом знаем, реагируем и принимаем сейчас конкретные решения. Пока центр управления функционирует в тестовом режиме. Полноценную работу он начнет после новогодних праздников.